Ныне на главной странице risazatvorstva.com будет специальная кнопка, которая будет вести на профиль. Профиль в Spotify, на котором вы будете, можете обнаружить два плейлиста. Это RZT Mainstream 2021 и RZT Альтернатива 2021, опять же. Что это за плейлисты? Это плейлисты, которые мы собираем со всех разборов и обзоров музыкальных новинок, и они будут идти один в год. То есть мы потихонечку дополняем его, потихонечку расширяем, смотрим чего-то там. Постараемся сделать, чтобы от каждого артиста не, не было более там трех-четырех треков, по возможности даже там два. Там. Ну, лучше, это будет лучше. Вот, исходя из рейтинга, исходя из ваших предпочтений, наших предпочтений. Вот, это будет интересно. То, что действительно можно слушать и то, что может идти там без, без, без пропусков, то есть вы врубаете плейлист и слушаете с удовольствием. Что такое э, э, листы и почему они разграничены? Никаким образом, это не связано там с популярностью и так далее. Нет, все связано исключительно э, с жанрами и поджанрами музыки. RZT мейнстрим топ русскоязычных музыкальных композиций 2021 года в жанрах трэп, плак, клауд, дрил, детройт, мичиган рэп, который поп, R&B, дрейн и гиперпоп по версии риса за творчество. Хайперпоп, гиперпоп, ну вы поняли. Это один плейлист. Другой плейлист, альтернатива. Топ русскоязычных музыкальных композиций 2021 года в жанрах альтернативный хип-хоп, фонг, рок, альтернатив рок, нью метал, рок, поп-рок, поп-панк, нью рейв и EDM по версии риса То есть... Например, новые треки с альбома Фараона, ну, как новые, вот которые там Депрессия, да, миллион долларовая, там один из легенд, вот здесь есть треки. Вот, это альтернатива. Не потому, что это там. Я говорю, мы не меряем по популярности ни в коем случае. Мы меряем исключительно по жанрам. И если фараон выпустил треки, допустим, там, рэп-кор определенный, много рока, там, много Куртка на отчасти, много еще каких-то всяких вещей интересных, то это попадает под альтернативу. Более того, даже э, треки с одного альбома, одного артиста могут оказаться в разных плейлистах. Да. Если он делает в одном жанре, он попадает в мейнстрим-плейлист, мейнстрим по жанрам. Если он делает альтернативу, так сказать, он попадает... Э, альтернативный плейлист вот так на данный момент э, в плейлисте mainstream э, 85 треков в плейлисте альтернатива 62 трека все э, треки которые были разобраны с начала 2021 года по всем стримам были внимательно просмотрены все было добавлено комментируйте, расскажите нам в телеге, заходите в телегу, скажите, что думаете по поводу плейлистов, там будет новость, вот, э, там, как вам вообще составление такое, изначально задумка была разделить на 4 плейлиста, 5 плейлистов, там, электронщина, там, э, рок, и, там, поп, точнее, не поп, а, этот, панк, э, нью-рок, там, и вот, и все вот это вот, да, вот, э, все это разделить, 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 но, учитывая, что у артистов современных огромное количество жанров переплетается. Огромное количество жанров переплетается. Получается не совсем корректные плейлисты. Не совсем корректные плейлисты. И мы решили все-таки сделать, ограничить. Там были фрешмены, андерграунд. Вот. Но это все, все это, все это ярлыки неправильные. Неправильные ярлыки. Кто-то фрешмен, но он сегодня фрешмен, завтра не фрешмен. У фрешмена с не фрешменом фит, куда это записывать? Это все бардак. Вот. Поэтому мы, соответственно, пришли к выводу, что нужно всего лишь два плейлиста, в которых все прекрасно, понятно, отлично, и каждый обязательно найдет. Либо он будет слушать плейлисты целиком и кайфовать, либо он выдергивает что-то для себя. Вот такая вот тема. Так что смотрите, заходите, слушайте, подписывайтесь на плейлисты, там лайки ставьте, что-то там надо делать в Spotify. Да? В общем, вот так.